Мы встречаем 1 мая 2019 года в составе маленькой нашей дружной семьи. Сегодня мы запланировали вот покрасить яблони. Ну, одна у нас совсем старенькая, Антоновка, а вот вдалеке там Анюха травку убирает. Еще вот Ирку надо покрасить. И дальше вот яблонька еще одна растет. Ну, погода у нас прекрасная. Сегодня плюс 15 градусов, солнечно. Ну, 15, потому что показывала. Вот, вишенка немножко распускается. Ну, еще рано, холодно, ночью холодно. Смотрю, вот здесь уже крыжовник набрал цвет кое-где. Надо, чтобы ночи были темные, а у нас еще вот так вот все это прохладно. Вот, в целом, настроение прекрасное, работы полно. Будем стараться 1 мая встретить ударным трудом.